Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Она присуждается за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие Московской области. В этом году в Ленинском районе зарегистрировано рекордное количество проектов-участников. Рассмотрение заявок уже закончено, а в настоящий момент идет процесс интернет-голосования. Соискателей премии ждет следующий этап – презентация проекта. В Ленинском районе он состоится 5 сентября с 10 до 18 часов во Дворце спорта «Видное». В прошлые годы участие в очном представлении проекта отводилось на усмотрение соискателя. С этого года правила изменились. Участие в дне презентации проекта – это стало обязательным условием того, что проект может претендовать на премию губернатора. Если человек не придет на день презентации проекта, то его проект не будет рассматриваться в качестве претендента на премию губернатора. Регламент выступления остался прежним – 3 минуты. За это время соискатель должен вкратце изложить суть проекта, рассказать о достижениях и наградах. Во время презентации можно использовать фото, видео и печатные материалы. Соискатели премии, которые будут делать презентации, должны прийти с паспортами и со справками о регистрации, если у кого-то таковые справки есть, если они имеют временную регистрацию. Если проект подан от инициативной группы, то соискатель премии, автор проекта на презентацию должен принести заявление от всех членов инициативной группы, что они доверяют ему представлять их проект. От Ленинского района в этом году заявлено 177 проектов. Ряд авторов представляют свой проект самостоятельно, немало и инициативных групп. Всего в качестве соискателей в этом году выступило более 1200 человек. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет представить свою презентацию 5 числа, будет представлена еще одна возможность сделать это. Дополнительно в правительстве Московской области будут проходить также дни презентации проектов с 12 сентября по 15 и с 19 по 21. Время такое же, с 10 до 18. Необходимо подать заявки для участия в презентации. И я бы всем посоветовала, если у кого-то есть какие-то вопросы, а в дом правительства войти необходимо по пропуску, можно звонить нам, в наш отдел. Телефоны вы видите на экране. 495-548-0283, 498-547-1472. Еще раз напомним, что презентация проектов на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье» в Ленинском районе пройдет 5 сентября в городе Видное во Дворце спорта по адресу улица Олимпийская, дом 4.